Рух, доброе утро, дорогие друзья! Сегодняшний шиур спонсор by Лейлю Нишмат Давид бен Свио, Нухотоб ган Эден, by his son Нисон, мой друг. Anyway, дорогие друзья, у нас есть закон во-первых, Эрев Сиван, Эрев Рошходеш Сиван сегодня. Это большой зухуд для того, чтобы читать Тфилат Шела Акадош. Я отправил на группу, вы можете download и прочитать эту молитву. И мы начнем, Безрат Ашем, законы Хоцеа в Симха в Йом Тов. Законы выносить на Йом Тов. На Шаббат нельзя таскать из private domain, но на public domain, как это правильно сказать, на публичное место. Да, из собственности в публичное место или по публичному месту ходить по 4 шага. Не разрешается этого делать. Но на Йом Тов, вот сами рождаехали решут арабим мутерет, разрешается на Йом Тов выносить из собственности на публичное, на улицу или же по улице ходить. Решут арабим мутар в Йом Тов, шимито хатара уцеа лицарух охель нефеш, утилю гам шалу лицарух нефеш. То, что разрешили выносить, что это? Для того, чтобы кушать в этот день. Допустим, человек таскает, да, свою еду, свои там, я не знаю, кафки, или же дег, или что угодно для использования для еды, мангал и так далее. Но из того, что разрешили то, что на охельную печь для еды это выносить, тоже разрешили тоже для не еды выносить. Но самое главное, чтобы там немножечко было нужно для еды, и таким образом разрешается нам выносить на Йом Тов вещи и таскать вещи. Это отличается от Шаббата. На Шаббат нельзя, на Йом Тов разрешается. Баруха Дунай, Лама Минуа.